Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня с вами опять программа «Честный повар». И я Яна Бельская. И сегодняшний наш гость Дарина Циркун. Настоящая белорусская девушка, красавица. Да. Моя большая подруга и... Как и все наши гости, она работает на телевидении или около того. В общем, мы по ходу еще будем разговаривать. А находимся мы сегодня в уютном клубе «Шагал», который нас любезно не только приютил, но еще и жарил нам лук, за что ему большое спасибо. И готовить мы сегодня будем очень интересную штуку. Вот я, как обычно, принесла вам книжку. Называется она «Библия современной хозяйки». На самом деле у меня много чего есть сказать про эту Библию, потому что в самом начале, например, книжки я обнаружила вещи, которые должны быть на кухне, с описаниями этих вещей. И у меня, конечно, ощущение, что это книжка, которую можно дарить 12-летней девочке, которая не знает, что такое лук, которая не знает, что такое фольга, пергамент и одна скалка. В общем, очень своеобразный такой выбор. Зато в этой книжке нету полезных вещей, как, например, поиска по блюдам, нету поиска по продуктам, что просто необходимо всегда, обязано быть в книжках по кулинарии. Но я здесь нашла массу интересных рецептов, и мы сегодня будем пробовать 3 из них. Почему 3? Потому что практически все мы, когда пробуем готовить по книжкам, обязательно наталкиваемся на какие-то очень странные салаты. Некоторые из нас пробуют это, но большинство пролистывает эти салаты мимо и говорит: нет, я лучше приготовлю оливье. Поэтому мы сегодня решили приготовить 3 самых странных, на наш взгляд, салата. Ну, ладно еще салаты с фасолью, с луком, пореем, а вот салаты с копченой курицей, в которую в состав этого салата входит также сладкий перец, средний грейпфрут, кедровые орешки, темный изюм, сок апельсина и лимонный сок. Это очень, по-моему, странное сочетание, и с него мы и начнем. Вам понадобится половинка копченой курицы, один сладкий перец, один кочан салата латука или любого другого хрустящего салата, один средний грейпфрут, один зубчик чеснока, 3 веточки базилика, 3 столовых ложки кедровых орехов, 2 столовых ложки мелкого темного изюма или коренки, сок одного апельсина, 3 столовые ложки лимонного сока, 8 столовых ложек оливкового масла, соль, свежемолотый черный перец. Итак, в маленький сотейник положить изюм и залить его апельсиновым соком. Угу. Апельсиновый вот сок апельсин надо будет сохранить. Нужно... В общем, оно должно будет постоять. Разрезать, да. Я так понимаю. Разрезай. Я думаю, половинки даже достаточно. Даже, смотри, да, я оказалась сильная женщина. Я вообще не понимаю этого блюда. Дальше нам надо срезать у грейпфрута верхушку и донышко, чтобы он устойчиво стоял на тарелке. Обрезать со всех сторон кожуру вместе с белой пленкой. И острым маленьким ножом вырезать мякоть между тонкими пленками, горькими, которые у нас получатся аккуратные дольки. А я пока приготовлю заправку. Необходимо очистить и растереть зубчик чеснока в ступке, ну или в тарелочке, растереть со щепоткой соли, добавить лимонный сок и апельсиновый сок из-под изюма и порциями влить туда оливковое масло, каждый раз хорошенько перемешивая. Соус должен получиться однородным. Мелко нарежьте листья базилика и добавьте заправку. Посолите, поперчите. Ребята, кошмар. До начала нашей программы мы договорились с Дариной поговорить о том. Дарина, дело в том, что она работает с одним телеканалом. Я задавала ей вопросы про различные международные кухни, программы о которых я видела на этом телеканале. У меня вот к тебе вопрос, Дарин. Люди, которые все это смотрят, они вот готовят, как ты думаешь? Которые нас смотрят? Я могу тебе так сказать. Я, так как занимаюсь продвижением этого телеканала, у нас периодически есть рубрика в социальных сетях, где мы выкладываем интересные рецепты. Количество перепостов этих рецептов довольно большое и высокое, и очень много лайков. Каким образом, ну я так в общих чертах-то знаю, но телезрители наши многие могут и не знать, как телеканалы получают обратную связь от зрителей. Вот на этом телеканале очень ориентируются на мнение зрителей,
И, естественно, мы получаем такие похожие письма, как ты говоришь. Единственное, у нас больше писем, если честно. Боже, как нам нравится ваш ведущий, он такой молодец, он такой красивый. Девочки пишут, женщины пишут. Я всегда думала, что на программы пишут безумцы какие-то. Я была удивлена, как много пишут. Более того, мне было интересно наблюдать, что пишут положительные отзывы. Пишут, вау, у вас вообще супер интересный телеканал. Это очень интересная передача. Мы не рекламируем ничего, мы не называем телеканал. Да, мы не называем. И, конечно, сейчас, в век, когда социальные сети просто набирают обороты и становятся все более и более популярными, вообще это самый эффективный, мне кажется, способ, чтобы получать обратную связь от зрителей. Но ведь срез социально-демографических демографических людей, которые находятся в соцсетях, он такой, он специфический. По статистике больше, по-моему, 45% людей старше 45 лет. Скажем, в разы сокращается количество интереса к этой области. Как исследуется аудитория для таких людей? Ну, во-первых, есть опросы, то есть есть какие-то стандартные методы маркетинговых исследований, да. Угу. Я не буду углубляться, ими профессионально не занимаюсь. Это от обычных обзвонов, которые происходят, да, когда обзванивают абонентов. Это делают операторы, я думаю, что они обзванивают, спрашивают. Это какие-то исследования, опросные вещи просто независимой аудитории. Тем временем я продолжаю, значит, я уже добавила сюда лимон, и теперь я добавляю апельсиновый сок из-под изюма. Продолжай про высшее образование, очень интересно. И, естественно, мы видим статистику и рейтинги по каждой передаче. То есть мы смотрим, что вот, допустим, в это время у нас пошел отток зрителей. Мы сразу видим, что в это время у нас была вот эта передача. А вот в это время у нас прям, не знаю, в 3 раза увеличилась аудитория. Соответственно, мы проводим все эти аналогии и понимаем, что вот да, у нас такая аудитория, такой возраст у аудитории, у нас такое соотношение мужчин и женщин. Что это вам дает? И мы понимаем, что вот эту передачу наши зрители не хотят смотреть. Они выключают, переключают и уходят с телеканала. А вот на эту передачу они реагируют. Они включают специально ради этой передачи, допустим. Она заканчивается, некоторый отток есть аудитории, но небольшой. Я тебе честно скажу, последний раз я специально включала телевизор ради передачи, не ради новостей, 7 лет назад. Это была программа «Поговорим о сексе» со Сью Йоханссон. Программа давно закрылась, она на одном шла американском канале, и у меня мечта когда-нибудь сделать аналог. Вот. Но это было последнее, что до сих пор есть люди, которые включают ради программ? Есть просто постоянные зрители, фанаты передачи, даже не передачи, а телеканала, у которых уже есть какие-то полюбившиеся передачи. Более того, когда у нас заканчивается некий сезон конкретной передачи, она у нас уходит. И если эта передача была очень популярна, мы сразу же получаем огромное количество писем. Я тоже была этому очень удивлена, что люди пишут. Они пишут в социальных сетях, они пишут письма. Куда ушла эта передача? Верните, она была такая интересная, нам очень нравилась. И мы, естественно, это обсуждаем. То есть надо закрыть программу, чтобы узнать, что она была популярна. Да, если ты ее закрываешь, то сразу идет большая обратная связь. Я думаю, можешь провести такой эксперимент. Это, кстати, интересно. Интересно, кто-нибудь делал вообще такие исследования или нет? Не знаю, я не слышала, чтобы так. Я пока вожусь со своим соусом, и я вам скажу честно, это выглядит не так, как мне обещали. Мне кажется, что прекрасно. Сочетание лимона и чеснока. Нет, там написано, что должна быть однородная масса. Сейчас мы сюда добавляем перец и порциями вливаем еще и оливковое масло. Аж 8 столовых ложек. И каждый раз хорошо перемешиваем. И соус должен получиться однородным. Мелко нарезать листья базилика, 3 штуки, и добавить в заправку. Еще раз посолить, поперчить. Не получается однородная масса. Давай. Тут с краешку. Мелко, можешь? Да? Да. А я пока туда добавлю 8 ложек оливкового масла. Выглядит... Тебе прямо вот сюда, да? Боже, как мне нравится этот цвет. Не, оливковое масло всегда выглядит прекрасно, но... Вместе с лимоном, мне кажется, я дала ему. Это что? У нас с тобой еще впереди порвать салатные листья и положить их в широкую миску. А потом нарезание курицы, перца кубиками по 1.5 сантиметра. И мы все это должны еще заливать заправкой. И... А кедровые орешки у нас здесь? И сверху это потом посыпем. О, это будет божественно. Да? Ты думаешь? Я уверена. Поверх этой красоты мы посыпем наших орешков.
насколько это блюдо соответствует тому, что на фотографии? Не насколько. Да, немножечко по-другому выглядит. Совсем по-другому выглядит. Вопрос номер два. Кто первый пробует? Мне страшно. А я вот между прочим, я очень предвкушение просто я чего-то очень, фантастически вкусное. Не демократично. Ну, очень я в еде. Слушай, мне нравится. Итак, салат можно попробовать. На вкус он очень интересный. Не рекомендую его готовить, если вы собираетесь на свидание. Хотя можно приготовить его тому, с кем вы собираетесь на свидание. Салат, ну, скажем, вполне достоин того, чтобы его приготовить, поесть. Я удивлена. Но, конечно, он выглядит совершенно не так, как на картинке. Но эксперимент считаем удавшимся. Согласна. Продолжаем наш банкет. А теперь у нас салаты с фасоли, с луком пореем и овечьим сыром. Салат очень простой, потому что сюда надо просто в лук порей, его пожарить, смешать его с консервированной фасолью. Ну, естественно, мы ее откинули сначала на дуршлаг. Надо нарезать мелко зеленый лук и петрушку. Так, кто можем у нас разделить. Здесь петрушка, кто у нас здесь лук? Значит, вот эта петрушка, да, это лук. Вот, бери петрушку. И бери буквально тут одну вот луковую, вот эту. Давай. Нет, бери вот давай так. Все порежем. Там написано 3 больших пера. И нам надо порезать овечий сыр. Овечий сыр, надо сказать, дело даже не в санкциях, а в принципе встречается не очень часто. В крайнем случае его можно заменить на брынзу. Мне так кажется, а я бы еще заменила на сулугуни. А скажи, пожалуйста, я как-то видела фильм, замечательный немецкий фильм. Там некий ведущий, очень смахивающий цинизмом и наглостью на кое-каких наших телеведущих, он потерял в какой-то момент работу и узнал, что все телевидение живет вот ради рейтингов и нашел возможность влиять на эти рейтинги. Ну, конечно, он жульничал. Но благодаря тому, что он жульничал, он поднимал очень серьезно рейтинги у культурных программ. И все сразу стали ставить классическую музыку, и у нее зашкаливали эти рейтинги. И сразу все стали уступать место в транспорте, вежливые и вообще замечательные. Неужели действительно вот такая сильная обратная связь? Неужели действительно полностью в соответствии с рейтингами вся эта история происходит? Это, конечно, есть. Вопрос в том, что, допустим, мои ровесники, они практически не смотрят телевизор. Я чуть не забыла вам сказать. У нас здесь, мне напомнило об этом кусочек масла. Лук мы попросили обжарить на сливочном масле, не на растительном. Я знаю, что это действительно придает такого аромата и приятной обжаренности луку. Сейчас я должна смешать все это в одном месте. Что я, собственно, и делаю. Продолжаем разговор. Молодежь многие мои телевизор. Знакомые, почему, мне кажется, так происходит? Потому что, во-первых, сейчас очень много можно посмотреть в интернете, он намного более доступен, потому что люди постоянно мобильно не куда-то двигаются, у них есть планшеты, ноутбуки, телефоны, и все это можно посмотреть там. Когда ты приходишь домой, то ты можешь посмотреть передачу целенаправленно, либо какие-то новости, но за счет того, что все сейчас очень много, не все, очень много живут в интернет-пространстве, и там есть большой доступ информации, любой, и развлекательные, и познавательные, и сериалы, и новости, и все в первую очередь появляется там. Мне кажется, что все-таки этот отток, он в сторону есть. Интернета. Да. И иногда людям действительно удобнее смотреть это вот через такие источники. То, что это повлияет, это прекрасно. Но выглядит это вообще не так, как там. Оно блестит. Слушайте, ну фотографии, ну никогда еда не выглядит так же, как на фотографии. Я знаю, что очень злит. Фуд-фотографы – это вообще отдельная тема. Фотографы еды. Да, фотографы еды, они совершенно по другим технологиям это делают. Тем временем нам надо приготовить заправку из винного уксуса, оливкового масла, соли и перца. Смешиваются эти субстанции очень смешно. Очень и очень красиво. Как знаете, светильники, которые у нас были в детстве, и бульбами такими перетекали. Очень красиво. Но винный уксус – это всегда приятно. Готова ли ты пробовать? Да, я вообще всегда готова. Ну, ты пионерка. Ты хочешь, чтобы я первая пробовала? Конечно. Да? А, надо 10 минут постоять. Я забыла. Не ужасно, интересно.
Я пытаюсь... Они настолько разные для меня вкус, разные вкусы. Я пытаюсь их как-то совместить у себя. Давай попробуем, пусть постоит. Давай. Положенные 10 минут, а мы пока подготовимся к следующему салату. Давай. Салат из фасоли с луком-пореем и овечьим сыром. 600 граммов консервированной красной фасоли, 200 граммов овечьего сыра, 2 стебля лука-порея, только белая часть, 10 граммов сливочного масла, 3 перышка зеленого лука, 2-3 веточки петрушки. Для заправки 2 столовые ложки винного уксуса, можно белого, можно красного, 3 столовые ложки оливкового масла, соль, свежемолотый черный перец. И, наконец, наш третий салат, странный, с запеченной свеклой или свеклой? Свеклой. И козьим сыром. В этот раз у нас сыр козий, вот он. Свекла у нас, как я уже говорила, мы в клубе, поэтому я ее приготовила заранее. Вот она, запеченная. Но сразу вам рассказываю, запекать ее нужно так. Надо разогреть духовку до 200 градусов, завернуть каждую свеклку в фольгу и держать ее там до готовности 40-60 минут. На самом деле я держала где-то час. Поэтому она получилась такая очень нежная. Нам сейчас самое сложное, надо приготовить заправку. И опять надо растирать этот дурацкий чеснок, который не растирается. Займусь им. Хочу. Напросилась. Но ты будешь пахнуть чесноком. А я уже после салатика пахну чесноком, так что мне не страшно. То есть ты будешь вся нормально, пахнуть, да. Сколько нужно чесночка? Один, ты видела, как я раздавить, да, дольку. С щепоткой соли ты растираешь это в сотейнике или вот в этом, в пасту. Надо смешать в отдельной мисочке пасту из вот эту чеснока, мед, уксус, горчицу и хорошо перемешать. Мне страшно уже. Нет, мне весь день сегодня страшно, потому что мы смешиваем несмешиваемое. Вообще мед очень хорошо работает вот в таких сочетаниях. И с горчицей в том числе. И уксусом? Да. Мед, горчица, уксус. Пчелы не предполагали, что так будут использовать их продукт. Я пока готовую свеклу, я ее уже остудила и очистила от кожуры, я ее нарезаю тонкими кружками. Мед, пожалуйста, прости, я тебя потревожу. Тебе горчица. Огромное спасибо, прекрасно. Попки свеклы не нарезаю, я ее выбрасываю. В Африке, конечно, дети голодают, но она не так красиво ляжет в наш салат. Яна, один вопрос. Да. Вот здесь две столовые ложки или это еще надо померить? Нет, я просто наливала, чтобы все красиво. Я поняла. Два. Итак, вот мы так на блюдо выкладываем смесь листьев и поливаем небольшим количеством вот этой горчица, вот ерунды. Мед, чеснок. И начинаем перемешивать. А потом ты должна тоненькой струечкой влить. Не-не-не, это сюда, потом. Сюда оливковое масло. Сейчас я его перемешаю, только вот эта прелесть. Насколько я помню по рецепту, там надо его взбивать так по чуть-чуть. Очень слушай, похоже, ну выглядит, кстати, симпатично. Ну вот если вот первый салат, то я бы его дома, ну, наверное, я попробую готовить. Скорее всего, я не буду туда класть чеснок или буду использовать чеснокодавку и самую маленькую дольку. Угу. И, в принципе, мне кажется, что копченую курицу там спокойно можно заменить, например, на тонко нарезанную говядину. Согласна. И он намного сложнее Оливай по приготовлению, чем остальные. Ну да, посложнее. Ну и ингредиентов. Ну, второй салат вообще вкусный и элементарно готовится. Нет? У нас это еще надо будет сверху оставить на Ну как на раз еще вот немножко, это мы подъем. Так, это мы немножко смешиваем. И оно должно постоять. Сейчас я попробую делать У меня не получится делать такие кружочки свеклы, как у них там. Вот я просто разложу кусочки свеклы. Если резюмировать то, о чем мы говорили про рейтинги, да, мы все-таки не договорили о том, насколько сильно зависит контент от рейтинга.
очень сильно. И я бы сказала напрямую. Чем лучше контент, сразу, по крайней мере, в рейтингах это отражается. Телеканал начинают смотреть, начинают включать именно на тот контент, который нравится, и выключают. Контент очень сильно зависит от рейтинга. Я поспорила насчет разумности такого подхода, потому что оно, конечно, очень важно показывать людям то, что они хотят смотреть, но надо не забывать еще и то, что они все-таки есть какая-то воспитательная. Но если показывать людям то, что они хотят, да, можно показывать порнуху. Нет, я не про вопрос, что они хотят. Я вообще, в принципе, про качество контента. То есть, если он интересен, его смотрят. Ну что, надо пробовать? Я очень надеюсь на заправочку. Она обещает быть очень вкусной. Я возьму листик свеклочки. Угу. Да, это вкусно. Чеснока опять, наверное, многовато. Хотя куда уж меньше. Да, одна долька. Но это вкусно. Заправочка. Мед дает такую сладость, очень приятную. Можно я не буду есть свеклу? Все просто. Очень вкусная заправка. Эту заправку стоит использовать в принципе для вот таких овощных салатов. Но остальное, я не знаю, ребята, экспериментируйте сами, я не буду. Мне понравился этот салат. Салат из запеченной свеклы с козьим сыром. Вам понадобится 3 средние свеклы, 150 граммов мягкого козьего сыра, 150 граммов смеси салатных листьев, горсть кедровых орехов, крупномолотый черный перец. Для заправки 2 столовые ложки яблочного уксуса, 2 столовые ложки зерненой горчицы, 1,5 столовых ложки меда, 1 зубчик чеснока, 120 мл оливкового масла. Мы сегодня приготовили 3 очень странных салата. Первый был прекрасен, но мы переборщили, я переборщила с чесноком, но мы решили, что мы его будем готовить, но играть с ингредиентами. Второй, безусловно, прекрасен, неожиданно даже был прекрасен. Третий понравился Дарине, мне не понравился вовсе. Но понравилась заправка. А заправку, конечно, можно делать и дальше. Очень вкусно. Заправку можно использовать. Заправка просто прекрасна. Но свекла, даже запеченная свекла вот в этой истории, но я буду еще раз его пытаться распробовать, конечно, после эфира. Но, в общем, вот так. На этом мы заканчиваем. Большое спасибо, что нас посмотрели. И до свидания, до следующих встреч.